ходе инспекционной поездки Муса Чалиев отметил: при очистке тротуаров и пешеходных зон на обочинах дорог недопустимо оставлять снежные валы. Проезжие части необходимо тщательно посыпать реагентом. Такие меры не только создадут комфортные условия передвижения в зимнее время, но и обеспечат безопасность жителей. В ходе поездки председатель правительства побывал на улицах Магомеда Цицкиева и Алигарчанова, где образовалось скопление воды, что препятствовало проезду транспорта и проходу пешеходов. Руслану Магушкову дано поручение взять на контроль вопрос ремонта проезжей части улиц. Неасфальтированная улица Московская стала следующим объектом, где побывал председатель правительства. Пешеходная часть в неудовлетворительном состоянии, крутые ступенчатые подъемы – все это служит препятствием для безопасного передвижения граждан, сказал Муса Чалиев. Мэру города Алихану Тумгоеву дано поручение обязать руководителя администрации торговых и административных зданий привести прилегающие к ним территории в соответствии с требованиями безопасности. Работа по содержанию улиц и дорог нуждается в постоянном контроле. Необходимо привести дворовые территории в надлежащее состояние, чтобы и водители, и пешеходы не испытывали трудностей, подчеркнул Муса Чалиев. В завершении инспекционной поездки Руслану Магушкову дано поручение усилить контроль в ночное время суток на сложных участках дорог. Пресс-служба правительства специально для программы «Вести Ингушетия».